И теперь нам осталось сделать только животик и грудку. Для животика и грудки я взяла чуть более светлый коричневый цвет. Вышивать буду длинными прямыми стежками. Животик. А здесь я не буду делать чешуйки на крылышках, как я делала в предыдущих бабочках. Пусть они будут такие голубенькие. Так, теперь грудка. При желании можно взять темно-коричневый цвет и сделать чешуйки. Сейчас мы сделаем, когда закончим грудку, мы сделаем еще точечки. У нас еще здесь по плану были точечки на крылышках. Так, грудка и голову сделаю поперечными стежками. Дальше я делаю талию между животиком и грудкой, один стежок, и точечки. Точечки я делаю французским узелком. С другой стороны. И теперь делаю такую вещь. Протягиваю нитку, разделяю двойную, одну часть отстригаю и оставшейся одной ниточкой делаю усики. Такой французский узелок на ножке. Делаю простой французский узелок и единственное, что втыкаю его на длину усика. Получается у нас такой французский узелок на ножке. Вот моя бабочка готова.